В главном актовом зале бутовской школы собрались не только учителя, но также воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. С профессиональным праздником присутствующих поздравил первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Профессия педагога, как и немного редких профессий, выбирается не из какой-то корысти, не из какой-то бизнес-истории. Это то призвание, которое вы для себя выбираете в юности, в молодости и светло, честно несете всю свою жизнь. На праздничном мероприятии за многолетний добросовестный труд учителям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. А три педагога из образовательных учреждений муниципалитета получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Вы фундамент, вы оплот, вы те, кто создает наше общество, вы те, кто вкладывает душу, сердце, знания, опыт, мастерство в наших детей, а это потом действительно наше общество. Елена Путятина – учитель русского языка и литературы школы совхоза имени Ленина. В профессии уже 32 года и ни разу не пожалела о своем выборе. Самое главное, я думаю, учитель должен любить детей, хорошо знать свой предмет, учиться постоянно. Ну и относиться к детям нужно хорошо всегда, с уважением, теплом. Окружать их любовью, вниманием, заботой. А вот Екатерина Гольчукова только начинает свой педагогический путь. Учителем начальных классов в Видовской школе номер 11. Она работает всего полгода. Ориентировалась на своих учителей, с которых брала пример, которых любила. И они мне подарили собственный пример, которым я восхитилась и решила, что я хочу вот так же. Всего в Ленинском городском округе трудится около 3000 педагогов. Главный показатель качества их работы – это успехи учеников. В этот день я хочу с особой благодарностью обратиться к вам и сказать вам огромное спасибо за ваш ежедневный такой нужный труд, за ваш высокий профессионализм, за то, что вы верны профессии, за то, что вы щедры душой. По итогам прошлого года в муниципалитете 98 медалистов и 11 выпускников набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Творческих успехов! Радости, вдохновения, энтузиазма, талантливых учеников и благодарных родителей. Праздничное мероприятие продолжилось небольшим концертом творческих коллективов округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.